Всем привет! Легендарный диктор ушел из жизни 30 октября. Игорь Леонидович тяжело болел в последнее время. Сегодня прошла церемония прощания с телеведущим. Мероприятие проходило в закрытом режиме, началось оно в 11 часов в церкви Успения Пресвятой Богородицы. В 12 часов состоялось прощание на центральной площади у Новодевичьего. На мероприятии присутствовали коллеги и друзья Игоря Кириллова, которые так и не смогли прийти в себя после потери знаменитости. «Он был хорошим человеком, мы чувствовали его хорошее доброе отношение», — поделилась диктор Алла Данько, которая тоже пришла проводить коллегу в последний путь. Попрощаться с легендарным диктором пришли и Константин Эрнст, Ангелина Вовк. «Он воплощал время и страну», — заявил директор Первого канала. Ангелина Михайловна не смогла отметить того, что проститься с Кирилловым не смогли его дети и внуки. «Мне бы хотелось, чтобы за этим человеком шли близкие люди, но вот так жизнь складывается». «Надеюсь, что Господь простит нам все наши грехи вольные и невольные», – плача отметила Вовк. Многие известные персоны приносят свои слова признания близким Игоря Леонидовича, который при жизни стал легендой телевидения. «Не стало Игоря Кириллова, родной наш, наставник, друг, человек, как же так, как без вас? Мне будет очень вас не хватать, ваших рассказов, вашей улыбки и шуток. Спасибо за каждую встречу, спасибо за каждый телефонный разговор. Мы вас очень любим», – написал в своем инстаграм ведущий Первого канала Дмитрий Борисов. Екатерина Стриженова и Родион Газманов также почтили память легендарного диктора очень трогательными словами. «Светлая память и вечный покой вам, Игорь Леонидович. Ваш путь не закончен, а у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем пока!»